Принятие решений на основе статистики, которая знает все и еще чуть-чуть. Корпорация First Bitcoin Capital Corporation, BITCF, приобрела на сумму $1.5 миллиона дополнительные токен-активы PerxCoin, лидера социальных сетей марихуаны Cannasos. Для покупки BITCF использовала часть своего запаса монет VID. Корпорация BITCF известна тем, что она является одним из разработчиков блокчейн, а также преуспевающим генератором криптовалют. Один из факторов, повлиявший на решение BITCF удвоить более чем в два раза свою долю токенов PerxCoin, основывался на статистике посещений веб-сайта проекта www.cannasos.com. В рамках проекта Cannasos на технологии блокчейн был создан токен PerxCoin. Он предназначен для обеспечения прозрачности и безопасности финансовых операций в индустрии каннабиса.